Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я предлагаю вам немного отвлечься от темы DeFi токенов и о ее распродаж, а также от криптовалютных бирж, потому что сегодня речь пойдет о компании, которая находится на стыке криптовалютного и фиатного мира и предлагает широкий спектр финтех-решений. Данная компания называется Expo Research and Management, и помимо ее преимуществ и продуктов, я также расскажу вам, как с ее помощью можно заработать. Итак, Expo Research and Management – это крупная IT-финтех-компания, которая существует с 2017 года и на данный момент имеет два полноценно работающих продукта. Это платежный шлюз Expo Pay и мобильный кошелек Expo Wallet. Expo Pay сейчас является флагманским продуктом компании Expo Research and Management, и в данный момент он уже применяется многими крупными игроками, такими как криптовалютные биржи и сервисы онлайн-торговли. Expo Pay дает возможность осуществлять быстрые и безопасные транзакции как в криптовалюте, так и фиатными валютами. Сейчас система Expo Pay уже интегрирована на крупные криптобиржи, такие как CoinsBit, о которой я не раз рассказывал на своем канале, а также AlterDice, LocalTrade и Peer-to-Peer B2B. Кошелек же Expo Wallet, как сказано на сайте компании, предназначен по большей части для внутреннего использования самими клиентами Expo Research and Management и их инвесторами. Поэтому он сделан не только достаточно надежным и безопасным, но также и максимально удобным. Однако Expo Pay и Expo Wallet – это два продукта, которые на 100% реализованы в данный момент. В будущем же у компании Expo Research and Management появится еще как минимум 4 мощных продукта. А именно Expo Messenger – это открытый и безопасный мессенджер, который не использует личных данных пользователей. Expo Phone – смартфон с собственным ОС, безопасным входом в сеть и функцией локального хранения приватных ключей. Expo OS – открытая операционная система, которая будет поддерживаться большинством современных смартфонов. И мобильный банк Expo – решение для пользователей, которые не хотят или не могут пользоваться классическими централизованными банками для получения кредитов и сохранения сбережений. Все эти продукты от Expo Research and Management сейчас активно разрабатываются и будут запущены до 2023 года, после чего компания планирует выйти на стабильный пассивный доход, а следом и разместить свои акции на IPO, чтобы попасть в листинг крупных стоковых бирж. Однако в данный момент акции Expo Research and Management уже доступны для покупки частными инвесторами, даже несмотря на то, что компания пока еще не вышла на IPO. И это и есть та возможность заработка на Expo Research and Management, о которой я говорил в самом начале. Ведь учитывая все многообразие текущих продуктов, имеющихся у компании, а также их крайне амбициозные планы, данный бизнес приносит регулярную прибыль, но при этом и инвестиции для расширения своих возможностей ему тоже не помешают. Собственно, поэтому любой желающий пользователь может купить себе акции Expo Research and Management на официальном сайте и получить за это регулярные дивиденды, а также прибыль от роста цены самих акций. В данный момент одна акция Expo стоит примерно $100, и средний уровень дивидендов сейчас составляет 5% в месяц. Таким образом, на покупке Expo Research and Management можно получать весьма солидный доход. Например, если выделить на покупку акции Expo $1000 сроком на 1 год с постоянным реинвестом, то в месяц можно будет получать в среднем по $150 прибыли, что является весьма мощным показателем, хотя и не очень удивительным. Обычно IT и финтех стартапы очень стремительно растут и приносят своим инвесторам хорошую прибыль. В этом особенность данного рынка. Помимо этого, у Expo Research and Management есть и другие способы заработка. Например, сетевая реферальная программа для активных пользователей, которые хотят привлекать новых акционеров в компанию и рекомендовать продукты от Expo Research and Management другим людям. Ну а более подробно обо всех продуктах компании Expo Research and Management вы сможете узнать на официальном сайте. Также вы сможете ознакомиться и с юридическими документами компании и почитать их white paper, которая, кстати, переведена на русский язык. Ссылки на все это вы, как всегда, сможете найти в описании под этим видео. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.